мне диск уже почти перекрыла. Как я вообще поддалась этой глупости? И вообще, ваша астрология – сплошное шарлатанство. Если нас засекут, меня из универа выгонят. Не выгонят, ты же Надежда и гордость химфак, ты что? И зануда. На, держи. Девчонки, началось! Надо быстрее писать желание. Прямо сейчас закладывается позитивная программа на ближайшие 20 лет. Или негативная. Слушай, не хочешь, не пиши. Ну, хватит вам уже, а? Ого. Ну, значит так. Пишем желание. Надя их отправляет куда-то поглубже. И через 20 лет выясняется, что я права. Или я. Хочу выйти замуж за богатого и успешного. Выйти замуж и родить двоих... Двоих нет. Троих детишек. В этом году хотела бы встретить свою любовь. Сколько желаний можно писать? Одно. Ты же не на рынке. Ну вот, если бы ты кобы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а? Новый поворот. Загадала? Давай я спрячу. Вау. Да, красивое астрономическое явление. Создать потрясающую коллекцию, чтобы на миланском подиуме сам Карден ее заметил. Успели, слава богу. Анна Андреевна, утверждаем вот этот образец В8. Хорошо. Екатерина Михайловна, ну как, ответ пришел? Сегодня ведь 14-е. Мы тут с девчонками за вас кулаки держим. Но если держите, значит, точно в этот раз прорвусь. У вас все получится, мы в вас верим. Спасибо большое. Наташа, мы в графике. Екатерина Михайловна, вам директор звонит. Да, Борис Федорович. Извините, я звонка вашего не услышала. В этом квартале не будет. Да, сейчас зайду. Виктория Сергеевна, спасибо. Да, добрый день, Екатерина Михайловна. Здравствуйте, Валентина. Вас еще тут девушка дожидается. Екатерина Михайловна, я к вам. Подождите меня, пожалуйста, одну минуту. Хорошо. Желаю удачи. Спасибо большое. Да, Катюш, заходи. Ну? Тебя пригласили на Fashion Week. Да, Катюш, ну ты почитай там, почитай. Почитай. Ну, раньше же этого условия не было. Кать, ты видишь, как они расшаркиваются. Трудное экономическое положение и... Но... 25 тысяч долларов за показ, это же... А коллекцию отшить, а организационные расходы, это же...
Это же все 75 будет. Может, все-таки попытаться договориться со свекром, а? Но есть еще выход. Посмотри внимательно. Я получил приглашение в Центр развития моды. Там какой-то крендель из Парижа приезжает. То ли историк моды, то ли что-то в этом роде, но не это главное. Главное то, что он ищет свежие имена и свежие идеи и помогает найти спонсоров для показа дебютных коллекций. Сходи ты, сходи. Может, это шанс. И вытри слезы, ну. Извините. Екатерина Михайловна, я Настя. Анастасия Пыжикова, студентка. Через год заканчиваю институт дизайна. Как вы? Вот. И что? Я хочу творчеством заниматься. У меня много оригинальных идей. Посмотрите. Девушка милая, наша фабрика разрабатывает банальную рабочую одежду. Если вы хотите утонуть в этой рутине, пожалуйста, милости просим. Но если вы хотите заниматься творчеством... Да, вот! Найдите себе спонсора с большим карманом. Идите к нему. Если нет, не тешьте себя пустыми надеждами. Девушка, она просто... конкуренции боится. Я посмотрю ваши эскизы, конечно. Но... Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Валентина, я уже давно ничего не боюсь. Талантливо. Да ладно. Сережка окончил институт дизайна и архитектуры, его мнение – солидное основание для инвесторов и спонсоров. Да, привет. Кать, ну что, тебя можно поздравить? Ага. Опять 25, причем трижды и в УЕ. А, в смысле, платить? А за что? За участие в показе. Да они там что, все с ума посходили? И что ты будешь делать? Использовать пол последней надежды. Не поняла. А ты вообще где? В галерее Мариэль. Знаешь, какая звезда сейчас приезжает? Серж Померанцев. А кто это? Ну, Надь, институт, наш курс. Сережка Померанцев. А, это такой странненький очкарик, который все время за тобой хвостиком ходил. Да. Представляешь, теперь он модный критик от кутюр. Конечно. Вот он. Я тебе перезвоню. А, хорошо. Идем, двоечник. Привет, любимые! Встречайте! Вас, сколько вас!
может вместить всех желающих. Мы приносим свои извинения. Пожалуйста, не создавайте давку и ажиотаж. Рядом есть отличное интернет-кафе, где вы можете посмотреть онлайн-трансляцию на сайте, указанном в ваших буклетах. Проходите, пожалуйста, Мишка, туда. Извините, пожалуйста, а вы секретарь Сергея Померанцева? Вы личный референт, месье Померанцев. Будьте добры, передайте, пожалуйста, ему мой контакт. А вы, собственно, кто? А, я училась вместе с Сергеем, мы дружили. Вы Владислава Прохорова? Нет, я Екатерина Колесникова. Таких в списке нет. Ну, мне он очень нужен. А вы уверены, что им все померанцы это нужно? Я, например, так не думаю. Не вам об этом судить. Передайте контакты, все, иначе это будет последний день в вашей карьере. Дамы и господа, сегодня, в День всех влюбленных, мне бы хотелось поговорить с вами о любви. О любви к путешествиям. Об этом божественном подарке для человеческого глаза, интеллекта и души. Мы все любим привозить с собой сувениры на память о своих вояжах. Кто бутылочку чилийского вина, кто изящную венецианскую маску, а кто ракушку со дна Карибского моря? Я же всегда с собой привожу идеи и таланты. Браво! Купите шарики. Шарики купите. Купите свои любимые шарики. Нет, спасибо. Покупаем шарики. Выбирайте. Вот это. Что нас ждет в будущем? Где искать источники радости и вдохновения? Для каждого из нас это особая страница в книге бытия. А потому путешествуйте, господа, путешествуйте во времени и пространстве и тащите оттуда все самое интересное, яркое, необычное. Будьте добры, счет, пожалуйста. Опять вы? Вы передали месье Померанцеву мою визитку? Месье Померанцев вас вспомнил, правда, с большим трудом. Но встретиться он с вами не может. Через 2 часа у нас самолет в Милан. Тогда передайте, пожалуйста, ему вот эти папки. Для него это очень важно. Очень. Спасибо. Ну как, прошла? Ой, Лёш, я не хочу сейчас об этом. Опять не получилось? Получилось, только теперь для этого необходимо в 3 раза больше денег. Расстроилась? Красивое платье. Спасибо. С
цветом роз я угадал. Прости, я не купила тебе подарок. Зато я купил нам обоим. Классный, да? Я прилетел в день Святого Валентина и принес вам в клюве. Леш, мы же с тобой уже говорили про это 1000 раз. Да, с того самого дня, как поженились. Ровно 15 лет назад. Может, этому красавчику пора залететь к нам в окно? Тем более, мы вряд ли найдем такую крупную сумму денег в такие короткие сроки. Ты рад, да? Спасибо. Крутой подарок. Ты умеешь поддержать в нужную минуту и надавить на самое больное место. Зачем ты так, Катя? А как, Леша? Я устала от этой рутины, от этой фабрики, от этих одинаковых вечеров с заунывными песнями и кислым вином. Да что с тобой? А ты не понимаешь? Нет, я не понимаю. Я стараюсь делать все. Все, чтобы нам было хорошо. Работаю этим чертовым аудитором. Но я не могу оплатить тебе сейчас показ твоей коллекции в Европе. Так, может быть, стоит с папой уже поговорить по этому поводу? Класс. Он же перекрыл нам весь кислород. Я в какой банк не прихожу, все шарахаются, услышав мою фамилию. Кай, слушай. Ну, может, это не главное. Но я ведь тоже не стал известным музыкантом. Это был твой выбор. Я так не хочу. Мой. Ты права. Когда отец поставил мне условия либо ты, либо финансирование моего первого альбома, я свой выбор сделал. Леш, вот не надо только, ладно? Я тоже отказалась от всего, когда твой папа предлагал мне золотые горы, лишь бы я только скрылась из виду и не мешала ему женить тебя на этой, как ее, дочери его партнера или кто она там. Так что... Слушай, а может быть, мы оба ошиблись в выборе? Может быть, нам еще можно все исправить? Что за глупость? Я ни о чем не жалею. Главное, что мы вместе. А для меня еще главное – это исполнить свою мечту. Я не готова сейчас стирать пеленки, переодевать распашонки, не спать ночью в конце-то концов. Ты понимаешь это или нет? Да ничего ты не понимаешь. Извини, мне надо побыть одной. Спасибо за прекрасный вечер. Прогульщиком. В смысле? В университете еще отрабатываю чужие пропуски. А можно я к тебе, а? Ну, давай. Давай. Такси! Ой, простите, пожалуйста. Ничего. С праздником вас. Спасибо. Поезд убывал вдали.
знаете. А мой папа ее поет. Клевая, да? Да. Поддержите студентку. Да, мы собираем на вечеринку в честь Дня Святого Валентина. Пожалуйста. Спасибо. Круто, большое. Спасибо. До свидания. С праздничком. У нас есть деньги. Скажите мне, Митрофанов, кой черт понес вас на эти галеры? На что? Нет, я даже не спрашиваю, как вы поступили в институт. Мне просто интересно знать, зачем вы это сделали. Надежда Андреевна, вы представляете, вот с первого школьного урока влюбился в эту царицу наук. В общем так, дружок. Пока вы не определите, что за розовое вещество находится в этой пробирке, вы отсюда не выйдете. Натрий? Вот скажи спасибо Катерине Михайловне, чтобы я тебя убила за свой испорченный вечер. Спасибо, Катерина Михайловна. И здрасте. Так, все, работаем. Привет. Ну, что там, Померанцев стал крутым критиком? Мать, ты бы его видела. Ну, а ты рассказала ему о своей проблеме, он может помочь? Я к нему даже пробраться не смогла, его секретарша меня тупо отшила. Кофе будешь? Давай. У нас через 2 часа самолет на Милан. Детвора с Игорем? Угу. У нашего папы сегодня очередной психологический эксперимент. У него или над ним? Ну, это уже как получится. Так, Колесникова, а ты мне зубы не заговаривай. Что случилось? Мы с Лёшкой поссорились. Сегодня же наш день. А он мне в подарок аиста с люлькой в клюве припёр, понимаешь? Лёшу отлично понимаю. Ты 15 лет кормишь его обещаниями, а он просто хочет ребенка. Я не могу, Надя. Ну, посмотри на меня, ну... Какая из меня мать? Ну, у меня в голове эскизы и коллекции. Я больше ни о чем другом думать не могу. Ну, знаешь, у меня тоже в голове формулы, идеи. Но, тем не менее, трое гавриков по квартире бегают. Ну, так кто ж ты? Это была твоя мечта. И она сбылась. И у Славки тоже, кстати, мечта сбылась. И Померанцев нашел время с ней встретиться, между прочим. Вот мне 15 лет назад надо было выбирать... Померанцева. Что? Было бы что выбирать. Ну как, его талант, его целеустремленность. Ты не представляешь, как он изменился. И что? У меня бы сейчас был свой дом моды. Я бы жила в Париже, если бы я не... Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а? Дело не в проворот. Надежда Андреевна, я палец обжег. Ну... Поплюй на него. Катя, и ты тоже наплюй. Лёша, это твоя судьба. Доцент Сидорова, вы же ученый. Ну какая нафиг судьба? Должны понимать. Дай, Игорёк. Что? Какие пятна? Аллергия? О, слушай, здесь связь плохая, я там поговорю. Подожди. Ты для начала проверь мою помаду французскую. Ну вот видишь, а ты говоришь аллергия. Да пока не знаю. Нет, дело не только в этом разгильдяе. Тут Катюша сбежала. Они с Лешей поссорились. Все нормально, сейчас соберу.
Катерина Максимовна. Михайловна. Вы только Надежде Андреевне еще не говорите, хорошо? Мне и так все не очень. Не скажу. Создать потрясающую коллекцию, чтобы на миланском подиуме сам Карден ее заметил. А тебя в детстве мама не учила, что читать чужие письма нехорошо? А мне значит нельзя, а вам можно, да? Я смотрю, мне кто-то нарывается. Молчу. В этом году хотела бы встретить свою любовь. Ну, с Богом. Проснитесь. Что случилось? Тут, короче, что-то взорвалось у меня. Я сознание потерял. Вот только что в себя пришел. Надь. Может, ты здесь всю ночь пробыли? Видимо, да. А где Надя? Не знаю. Дверь закрыта. Как закрыта? Двоечник, ты где? Я здесь. Ты как туда попал? Спрыгнул. Катерина Михайловна, у меня 8:30 лекции. В общагу еще нужно забежать. А опаздывать мне больше нельзя. Может, тоже прыгайте, давайте. Давайте сумку сначала. Не бойтесь, я ловлю. А я думал, вы ровесница Надежды Андреевны. А вы классно выглядите. Я смотрю, ты действительно нарываешься. Надежде Андреевне расскажу, не видать тебе зачета. Может, еще увидимся. Опять ты? Там это... Что это? Ну, это... У тебя по русскому языку тоже двойка была. Там общаги нет. Второй квартал 2003 года. Там котлован. Что происходит? Да, в 7 давай. Ага.
Пока, давай. Молодой человек, извините, пожалуйста. А раньше здесь остановка была? Автобусная. Здесь? Где она, да? Здесь остановки не было. Скажите, а у вас есть связь? А то я никак поймать не могу сеть. Центр города, а такое происходит. Что это у тебя? Да я сама не пойму. В чем дело, господи. Скажите, а можно ваш аппарат позвонить? Нет. Это дорого. Извините, пожалуйста. Чумазый, у тебя есть связь? У меня телефон Надежда Андреевна забрала, что форму не смотрел. Да что ж такое, а? Сейчас. Стой! 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 Извините, пожалуйста, позвоните в полицию. Можете еще жандармерию вызвать? У меня сумку украли, пожалуйста, наберите, позвоните полиции. Какая полиция? Полиция в Лондоне и Париже. Да ну тебя! Стой! Стой! Набегался. Чего? Почему, мало, а? Это к тебе, а? Я просто, как эту штуку увидел, я офигел. Так ты давай мне зубы не заговаривай. Я просто такое только в кино видел, а в 2000-х, чтоб такое возможно, ну. Подожди. Какой сейчас год? 2000-й. Ты знаешь, да она вроде как не в себе. Полиция, полиция. Да? Может, иностранка? Да нет, вроде наша. Ясно. Ну, хорошо, да, спасибо. Девушка, пишите поразборчивее. Что у вас пропало? Сумка, планшет и смартфон. А я последнего слова сейчас вообще не понял. Господи, мобильный телефон. Ага. Мобильный телефон пропал, это хорошо. Плохо. В смысле? Скажите, а можете дать мне свой мобильник, я мужу позвоню? Юмористка. Мне, чтобы такую игрушку купить, полгода копить надо. Простите, а какой сейчас год? А ты сама-то как думаешь? Шестнадцатый. Слушай, красавица, что, голову морочишь? Или действительно с приветом? Я могу выйти в туалет? Да. Не здесь еще. Я провожу. Там подождешь. Быстрее, я сказал. Валентина, ты чё? Я Маринка. Простите, а какой сейчас год? Подруга, ты по чем-то? Да ясен пень, 2000-й. Вот тебе, если бы, да кабы. Теперь я свой шанс точно не упущу. Именно психиатрическое. Так я же говорю, девушка не в себе. На вид до 20 лет. Нет у нее документов. Хорошо. Товарищ милиционер, вы меня простите, пожалуйста, я вас разыграла. Что? Ну, все дело в том, что я учусь в театральном институте, и нам задали этюд.
И, ну, мне надо было попробовать. Я больше так не буду, честное слово. Артистка, значит? Да. Слушай, артистка, а вот влеплю я тебе сейчас 15 суток, и будем репетировать вместе. Пожалуйста, не надо. Отпустите меня, пожалуйста. А кто ж твою личность-то удостоверит? Муж. В командировке. Бывшие одноклассницы. Мы вместе квартиру снимаем. Тоже артист? Да. А что с тобой? А что со мной? Ты какая-то не такая. Какая не такая? Дурочка, не прикидывайся. Что это за пакли? Тебе что, краски не хватило? Ты про это? Просто я пошла на курсы по лидерской программе. Чего? Ну, что-то типа аутотренинга. Зубы не заговаривай. Ты зачем ковер напялила? Славка, подожди. А как ты в милиции оказалась? Представляешь, у меня сумку украли. Вместе с документами. А ну, стой, 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 стой. Надь, ты смотри, она в валенках. Чума просто. Хорошо, что ты меня догнала, то я бы нифига не понял. Чувак, а ты не свистишь? Это ж нереал. 32 гига, 2 ядра. У меня в 486-м всего 4 гига, и это зашибись. Слушай, не хочешь, не верь. Офигеть, а. Да, девчонки, подождите меня 3 секунды, ладно? Я сейчас, я кофе возьму и прибегу, хорошо? Она странная. Я вижу. Девушка, будьте добры, а как пройти в тот зал? Сначала по залу, потом налево. Что? Что так? Так вы будете что-то заказывать? Кофе с собой, будьте добры. А что это за фантики? Извините. Где? А там только растворимое, а я его не пью. А тебе тоже на аутотренинге внушили? Да, пойдемте, девчонки. Мамочки. Это что? Я в этом ходила? Это нужно срочно перешить. До вчерашнего дня ты из этой куртки не вылазила. А теперь это будет пальто. Девчонки, а где мои булавки? Я их в твой ящик переложила. Я удлиню это с помощью кожзама, отрежу рукава и сделаю из них карманы. Точно? Ты где таких идей нахваталась? Я все время об этом думала. Сколько бы ты ни думала, Шанель не переплюнешь. Ты уверена? Она, между прочим, тоже со спецодежды начинала. В смысле тоже? Ну, в смысле, это я так, мысли вслух. О, привет, Горсвет. Ну что, предлагаю ложиться спать. Поддерживаю. А мне ничего не остается другого. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ого, Катюха, что ты сюда сотворила? Поменяла имидж? Да ты просто бомба. Спасибо, теперь такое буду всегда. Кать, может, вечером на дискотеку? Ой, все, нам пора, у нас другие планы. Сережка, привет. Здравствуй, Катя. Прекрасно. Спасибо, мне так важно твое мнение.
Нашла с кем разговаривать. Все, давай валяй отсюда. Пошли. Славка? Стой. Зачем человека обидела? Во-первых, я не Славка, я Владислава. Во-вторых, где ты человека увидела? Это суслик. Все, баста. Его законные 15 минут закончились, так что гуляем, ребят. Ты че, дурак? А вдруг придется отрабатывать? Между прочим, ему плевать, что завтра день Святого Валентина. И, кстати, кто-то меня на дискотеку пригласил. А сегодня же 13-е? Да. Ребята, Борюсик заболел. И надолго. Заболел? Ребята, так чего мы здесь все тусуемся? Борюсик заболел, валим отсюда. Стой. А они на замену спицы нам пришлют? Ну уж нет, заболел так заболел. Смотрите, реально спицы. Я не поняла, что за собрание здесь? А ну все в аудиторию мигом. Быстрее давайте. Откуда ты узнала? Что узнала? Что заменят именно на спицу. Да. Ничего я не знала, просто вышла в астрал и увидела все, что будет. Хватит ерунду молоть. Давай колись. В жизни любая ерунда может стать подсказкой для верного решения. Главное, если человек сумеет, это вовремя заметить. Хватит разговоров. Ой, суслик замяукал. Присаживайтесь, начинаем лекцию. Ты абсолютно прав. Самое главное – вовремя заметить. А я вот тут как раз думал кое о чем. А, в прошлом занятии да. Мы рассмотрели вопросы цвета ткани. Сегодня мы поговорим о чем ты думал? Скоро будет конкурс молодых дизайнеров. Мечты о моде 21 века. Победители поедут в Милан на Fashion Week. Блестящий или матовый. И что? Ну, может, поучаствуем вместе. У меня есть пару идей, а ты бы могла эти идеи воплотить? Это удаленный да. Наблюдателя. Конечно. Здорово. Милан. Я не поняла. Тишина. Извините. Так вот, цвет и фактура ткани должны гармонировать. Ничего себе! Еще пару дней назад тебе бы такое в голову не пришло. Ну так кто ж пару дней назад? А для муравья это вообще целая жизнь. Нет, я серьезно. Ты так изменилась? Это хорошо или плохо? Ну, я не знаю, но ты стала такая уверенная в себе, жесткая, независимая. Это все твой аутотренинг? Ну, конечно. Девочки, привет! Привет! Открылась новая арт-капе. Может быть, сходим завтра, посмотрим, что там и как? Оп. А какое завтра число? А завтра 14 февраля, день Святого Валентина. Может, встретим каких-нибудь хороших парней? Я не пойду. Я не могу. Мы с Сержем будем работать, у нас конкурс. Ну, а ты, заучка? Ну, я тоже не могу. Мне доклад надо писать. Ясно. Ой. Кать, это что такое? Это ж не пойми что. Почему это не пойми что? Через несколько лет это будет основным трендом, крошка. Суслик насвистал, да? Продолжишь в том же духе, будешь вшивать молнии в ремонте одежды. А что, если этот суслик станет звездой мировой моды? Ой. И его мнением будут дорожить лучшие дома Европы и Америки? Кать, скажи мне, что ты такое съела, что несешь вот такой вот бред? Я ничего не ела. И в отличие от некоторых, я стараюсь логически мыслить, анализировать настоящее и прогнозировать будущее. Ничего себе аутотренинг. Раз ты так много знаешь о будущем померанца, может быть, ты нам с Надей расскажешь, что с нами будет, а? О-о-о! Хам-мам! Надю ждет муж-психолог, трое детей, двое из них мальчики и одна девочка.
Да ладно. Угу. А где я встречу своего психолога? На студенческой конференции в Праге осенью. А вот и не угадала. Я еду на конференцию в апреле. А что у меня будет? Какой у меня будет муж? А у тебя будет муж богатый. Но потом он уйдет от тебя. Но ты будешь сама хорошо зарабатывать. Косметологом. Я? Угу. Косметологом? Угу. Ты что, с дуба рухнула? Значит, я тебе сейчас расскажу, какое у меня будет будущее. У меня будет богатый муж, он от меня никуда не денется, а вы от зависти лопнете, как жабы. Пойду открою. О, какие люди. Привет. Привет. Я не поздно? Ну что ты? Ты как раз пришел в приемные часы будущей звезды фэшн-индустрии. Тебе помочь? Сережка. Я... Спасибо. Катя, я тут хочу, если ты, конечно, не против, обсудить несколько идей. Ну, проходи уже. Да. Твои работы гениальны, Катя. Не то, что мои. Потрясающие. А на кухне еще кучу эскизов. Пойдем покажу. Пойдем. Чай будешь? Буду. Катя, чего? Эй! Цыц! Ты не видишь, что ли? Ты посмотри, он же никакой, он же... Через 17 лет ты его увидишь и побежишь за ним, как миленькая. Посмотрим. А вдруг она права? Ну что? Ну, кто заговорил? Мой хороший. Пойдем, не будем мешать мэтрам работать. Пошли. Очень красиво. Особенно вот это. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Серж Померанцев. Кому можно отдать работы на конкурс «Мода 21 века»? Анне Сергеевне, креативному директору. Где ее можно найти? Следуйте за мной. Весьма вам признательна. Одну минутку. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте. Вы знакомы? Проходите, пожалуйста. Ага. Да, в смысле, спасибо. Я вас знаю. Анна Сергеевна, можно? Угу. Здравствуйте. Мы студенты Института дизайна. И мы принесли вам нашу совместную работу для участия в конкурсе. Принесли, показывайте. Итак, коллекция «Пепел розы». В ней мы использовали цвета и мотивы бедуинских костюмов. Кстати, в подобной стилистике ваши бусы. Боже, они великолепны. В коллекции, как нам кажется, мы использовали в основном стиль фолк и постмодерн. Колористика коллекции несет в себе тенденции нового типа органик, которые будут очень актуальны в 21 веке на фоне технократической цивилизации. Интересно. Неожиданно. Я бы даже сказала, слишком неожиданно. Ну, как по мне, так это уже какой-то 22 век. Поверьте, это направление скоро станет основным в моде. Ну да. Ну, откуда такая уверенность? А, вы знаете, Екатерина, мой соавтор, у нее поразительное чутье. Иногда у меня ощущение, что она просто гостья из будущего. Тихо, тихо.
Сейчас соседа, кто их всех разбудит? У них крепкий девочий сон. Обязательно предложи холодное, я завтра позвоню, расскажешь, как на нем. Еще я тебе расскажу, какой ты прекрасный музыкант, как ты прекрасно поешь. Тебе правда понравилось? Да. Все, я побежал. Мне позвонишь? Обязательно. Все. Точно? Да, пока-пока. Пока-пока. Я буду ждать. Пока. Надя! Надя! Надька! Свои! Славка, ты за меня точно когда-нибудь заику сделаешь? Сегодня я тебе даже Славку прощаю. Интересно, что же такого у нас сегодня произошло? А случилось то, что в день всех влюбленных я встретила своего единственного и неповторимого! Кого-кого? Его зовут Алексей Колесников, сын известного банкира. Мой будущий муж! Ну, прям сразу муж. Ну, а чего резинку тянуть? Он клевый. Он или кошелек его папы? Оба! Ну, и где ты его встретила? В новом арт-кафе. Ну, куда вы с Катей не пошли? Он музыкант, играет в группе, это все не важно. Короче, девчонки мне сказали, что видели в журнале статью, ну, типа, банкир Колесников и вся его семья. И что, ты пошла к нему за автографом? Ну, конечно. Использовала испытанный метод. Он на меня налетает, ах, ох, растянутая нога, адская боль. В результате он меня проводил и взял мой номер телефона. Ты аферистка. Цель оправдывает средства. Девки, дайте поспать. Что, опять завидуешь? Как мне надоели ваши глупости. А мне надоели твои глупости. Так, девочки, хватит ссориться. Я выйду замуж за банкира. Ты там цела? Я в порядке. Алло. Леша, привет, как дела? Ой, нога болит. Болит нога, даже на пару шагов не пойду. Подвезешь? А у тебя что, машина есть? А, папина? Да нет, слушай, ну все равно надо ходить из аудитории в аудиторию. Устрою сегодня себе выходной. А ты чем будешь заниматься? За город? Может, с собой возьмешь? Вместе воздухом подышим. Хорошо. Жду. Пока. Та-ра-та-та-та, как же я счастлива, господи. Девоньки, гуляем. Чай 1001 ночь. Ничего себе, на чай раскошелилась. Да, раскошелилась. И теперь я буду жить не меньше, чем на миллион. И квартира, и машина. И все потому, что у меня появился он. Прости, мне это неинтересно. Конечно, тебе это неинтересно. Катюш, зависть – это очень плохое чувство. Ты в курсе? А! Все, вызываем санэпидемстанцию. Суслики под окнами. Славка, ну прекрати издеваться над человеком. Вот станет он звездой, как Катя говорит, и ты будешь пробираться к нему сквозь толпу поклонниц, а он разговаривать с тобой не станет. Угу. Суслики не становятся звездами, потому что у них кишка тонка. А вот мой Колесников однозначно станет звездой. Не станет. С таким папашей станет. Или хочешь поспорить? Что, не делать больше ничего? Конечно. Надька, ты чай-то будешь? Буду. Давай. И сколько раз тебе повторять? Я Владиславка, Владиславка, Владиславка! Девчонки, привет. А вы, случайно, не подруги Влады? Ну, допустим. А вы, случайно, не Алексей? Ну, допустим. Она там скоро? Да, сейчас выйдет. Что-то не так? Мы где-то встречались. В арт-кафе на Радужной. Я там играю с четверга по воскресенье. Хотя вряд ли я вас точно запомнил.
Но вы приходите, не пожалеете. Спасибо. А вы так уверены в себе? Нет, я совсем не уверен. Но все равно приходите. Привет. Привет. Аккуратно. Привет. Привет, как нога? Нормально, до свадьбы доживет. Пока. Пока, девчонки. Надюш, пока. А ты что, на него запала? На кого? Ну ладно, пока. Тебе. Спасибо, Сереж. Чего такая грустная? Это не так? Вот скажи, можно поменять свою судьбу? Если тебе что-то на роду написано, а ты это взял и поменял. Знаешь, если человек чего-то действительно хочет, он обязательно этого добьется. А если не добьется, значит, недостаточно хотел. Думаешь, мне вот кажется, что не все так просто. Катюш, никто не знает, что ему на роду написано. Свою судьбу мы сделаем своими руками. Мы обязательно выиграем этот конкурс и поедем в Милан. Мне бы твою уверенность. Да я уверен! Знаешь, с того самого момента, как ты рядом, у меня как будто открылся новый канал творческий. У меня столько грандиозных идей. Знаешь, а раньше я и подумать о подобном не смел. О Милане, о конкурсе, да о тебе. Сережка, пойдем на пару? А то опоздаем еще. Конечно. Приехали. И что это? Подбаза. Мы здесь летом репетируем. То есть типа у нас будет пикничок? Ну что-то вроде того. Вон парни подъехали. Привет, псы. Ну, проголодались, я вам кое-что привез. Здорово. Здорово. Привет. Это Влада. Тесть. Антон. Я Саня. Ну что стоим, давайте разгружаться. Не кусаете? Нет. Принимай. Давай. Что это? Это буржуйка. Да, ребят, я смотрю, вы здесь капитально решили обосноваться. Ну, мы вообще, ребята, капитальные. А еще кто-то будет? А? Кстати, у Влады есть две очень симпатичные подружки. Да? Так а почему же они не здесь? Учатся в поте лица. Слушай, Леш, так приглашай их сегодня вечером в арт-кафе. Если они такие же симпатичные, как Влада... Мы за. Влад, пригласишь? Не обещаю, говорю, заучки. Тем уже у Каськи уже вроде как кто-то есть. Ну, тогда этот вариант отпадает. Нам кое-кто не нужен. О! Прошу. Тут крыс нет? Нет. Загуляла наша Славка. Небось, до сих пор на одной ноге скачет. Ради такого, как Колесников, можно и поскакать. Да что вы все в нем нашли? Ну, поет, ну, играет. В итоге станет скучным аудитором. Кать, а ты что, завидуешь Славке? Чему? Вот мы с Сержем выиграем конкурс, и моя жизнь в корне изменится. Ну, кто спорит? А он тебе нравится? Кто? Кто-кто? Померанцев? Да, как тебе сказать? С ним, конечно, все совсем не так, как было. С кем? Не так, как в книгах написано. Но это же жизнь. В жизни любые чувства в конце концов угасают, и остается скука и разочарование.
А если с человеком общие интересы, ну вот как у меня с Сержем, тогда и жизнь яркая, и наполненная. Мы сегодня идем на выставку фотографий, будем смотреть, как одевались женщины начала 20 века. Мне, кстати, собираться надо. Ну, собирайся. Но мне кажется, что без любви ничего не бывает. Только любовь способна творить чудеса. Это я тебе как химик говорю. Ты химик-романтик. Ты настоящей жизни не знаешь. Как будто бы ты знаешь. Правда, в последнее время мне кажется, что тебе не 19 лет, а все 35. Девочки! Привет! О, вы себе не представляете, что я тут узнала. Ну, расскажешь, представим. Лёшка, конечно, классный парень, но такой глупый. Короче, в пользу своей музыки он поругался с папой, отказался от семейного бизнеса и живет на спортбазе, где душ 100 лет на улице. Да, такое бывает. Бывает, бывает, но будет по-другому. Я вправлю ему мозги. Будет у меня банкиром, как миленький. А может, не нужно? Мне кажется, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. А мне кажется, что Колесников должен заниматься тем, что нужно мне. Ну, чё ты стоишь-то? Иди плойку включай, химоза. Слушаюсь, моя госпожа. То, что нужно. Да. Представляешь себе девиз этих красавиц серебряного века? Чтобы стать красивой, нужно страдать. А чтобы быть красивой, нужно родиться красивой. Ну да. Ты же видела, они утягивали талию до нечеловеческих объемов в 40-42 сантиметра. Получается, объем их талии был чуть шире шеи их поклонников. Так же и умереть можно. Я тебе о чем говорю? Ну как красиво. Эх, вы, женщины, вообще загадочные существа. Да, мы такие же. Вот меня всегда волновала тайна женской логики. И мне кажется, она не будет раскрыта до скончания веков. О, Катюш, может, чаю зайдем, попьем? Это новое арт-кафе в нашем городе, говорят, там классно. Слушай, а какой сегодня день недели? Сюда. Пойдем. Сегодня там не поют. Не понял логики. Чему быть, того не миновать. Чего? Привет! О! Привет, дорогая! О, привет! И вы тоже здесь? А, ходили на выставку и вот зашли. Ну, пойдем. Это наш столик. Аккуратнее. Поезда во всем виноваты, поезда во всем виноваты. Спасибо. Леша, знакомься, это Серж, Катькин паренек. Привет, Леха. Серж, Сергей, очень красивая песня, никогда ее раньше не слышал. Спасибо. Конечно, он ее недавно написал. Правда? И слова, и музыку? И слова, и музыку. Вау, здорово. Я даже представил новую коллекцию. Дефиле под этот рок-н-ролл. То же самое я думал сделать с песней Маккартни. Маккартни, здорово. Я бы все отдал, чтобы побывать на его концерте. Оставь все себе. Маккартни будет выступать на главной площади. Маккартни! У нас на главной площади! Ты фантазерка, Катюша. Серж, ты что, забыл, что она у нас ясновидящая? Всем привет. Алёш, звонил твой отец, просил передать, что завтра он занят, и поэтому тебе придется встречать маму из Лондона. Хорошо. Ну да, неплохо. Девчонки? И рейсов из Лондона завтра не будет. Сбой главного компьютера национальной авиадиспетчерской службы.
Ну, я же сказала, что она ясновидящая. Ну, а почему нет? Я многое могу предвидеть. Кому нужны твои фантазии, Кать? Мне? Ты станешь аудитором. Отличная шутка. Но у меня будет с точностью да наоборот. Ну, посмотрим. Нет, никаким аудитором или другим финансистом я никогда, никогда, никогда не буду. А что далеко заходить? А ну-ка скажи, завтра в отборочном туре Леша пройдет на музыкальном конкурсе или нет? Ты же все равно не поверишь. И то правда. Сереж, пойдем, завтра на пары. А все-таки? Если честно, то нет, не пройдешь. Пока. Ну, кого ты слушаешь? Ты же у меня самый талантливый. Ну, конечно, ты пройдешь. Леш. Угу. Здрасте, подскажите, а в какой аудитории дизайнер одежды? 113-я. Спасибо. Кать, привет. Привет, Славка сейчас придет. А я, собственно, к тебе. Зачем? Откуда ты узнала о проблемах диспетчерской службы Лондона? Рейсы в самом деле отменили из-за сбоя в системе. Да и мимо конкурса я пролетел. Ребята сказали, что там заранее все было решено. Так откуда? Тебе только это интересно. Если честно. Нет. Как здорово, что ты за мной заехал. Привет. Привет. Ну, пока, Катюх. Счастливо. Катя. Привет. Пока. Пока. Слушай, у них такая любовь, ну прям настоящая. Завидовать хочется, по-хорошему, конечно. Тамара Ивановна, Куличек, садься здесь? Да. Катюша, Кать, за тобой не угнаться. Сережка, прости, я спешу. Катя, победа, победа, наша коллекция победила, мы едем в Милан. Нам нужно срочно в Дом моды. Пойдем? Пойдем! Ну что, как конкурс прошел? Да, Ника. Ну, подумаешь, на конкурс не взяли. На этом же жизнь не заканчивается, правда? Ты с папой лучше помирись и делом займись. Ну, а музыка будет заниматься свободное от работы время. Творчество на хлеб не заработает. Ну да. Что, даме даже дверь не откроешь, да? Извини. Ладно, ладно. Она ведь в самом деле все предвидела. Катька-то? Да совпадение. Ну или аутотренинг. Куда поедем? Прости, у меня кое-какие дела сорганизовались. До дома-то хоть подбросишь? Да, конечно. Его спокойно надо. А, победители! Поздравляю! Спасибо! Спасибо вам! Вы такое для нас сделали! Неделя моды в Милане. Это же шаг в иную реальность. Ну, тогда ищите деньги на эту реальность. Какие деньги? Сколько? 8 000 долларов? У Дома моды таких денег нет. Я желаю вам удачи. Всего доброго. До свидания. Доброго. Удачи, ребята. Так и у нас нет. Анна Сергеевна! Thank you.
Может, в кино? Или в арт-кафе? Нет, Сереж. Ну, тогда, может... Прости, я хочу побыть одна. Да я что-нибудь придумаю. Катя? Привет! Привет. Ты как здесь? Бля. Ты где коньки? Пойдем кататься. А, нет, 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 нет. Слушай, как здорово, что я тебя встретил. Мы ведь в институте так и не договорили. Ты не расстраивайся. Ты в следующем году пройдешь конкурс, только с другой композицией. Опять утешаешь или предвидишь? А как тебе больше нравится? Ну что, предвидишь? Может быть, чай выпьем? Давай. Я буквально коньки переобую. Подождешь? Я буду вон там. Договорились. Валерия, а мы знакомы? А, неважно. Будьте добры, 2 чая, 1 малиновый, 2 имбирный с лимоном. Поняла. Вот, пожалуйста. О, спасибо. Ты уже все взяла? Да. Сколько? Спасибо. Сдачи не надо. Спасибо. Это твой? Это мой. Хорошего вечера. Спасибо. Ты не перестаешь меня удивлять. Откуда ты знаешь, что я люблю имбирный? Я многое о тебе знаю. Мне уже становится страшно. Расскажешь? Может быть. Как-нибудь. Потом. Почему не сейчас? Настроения нет. У ясновидящих тоже бывают трудности, да? О, еще какие. Интересно, какие? Я думала, что могу изменить судьбу, но... Но? Нахлынули обстоятельства, непреодолимые силы. И что же за обстоятельства? Мы с Сережей Померанцевым выиграли конкурс молодых дизайнеров и получили приз — поездку в Милан на неделю моды. Так это же здорово! Поздравляю! Но мы туда не едем. Почему? Оказалось, слишком много денег нужно заплатить для этого. И сколько? Я тебе не скажу. Нет, ну просто интересно. Неважно. Забудь. Леш, ау, а что у тебя с Владой? Да, ничего. Не мой она человек. Слышь, так, может, я тогда подкачу? Давай, валяй. А Катя, значит, твой человек? Не знаю. Не, ну серьезно, что ты? Ладно, понял. Так давай завтра соберемся. Влада, Катя. Хорошая идея. Я позвоню девчонкам. Позвони. Добрый вечер. Алексей, нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать, пап. Я пойду погуляю. Мне сказали, что ты хотел взять кредит в нашем банке. Зачем? Какая разница? Ты же все равно запретил мне его давать. То есть ты не собираешься отвечать? Нет. Ясно. Подожди. Но у меня есть для тебя предложение. Интересно, какое? Ты даешь мне нужную сумму денег, а я с 15 марта выхожу на работу в твоем банке. В нашем банке. Почему с 15-го? У меня договор с арт-кафе до 14-го. Хорошо, договорились.
И вот еще что. Во-первых, возвращайся домой, а во-вторых, Инга тобой все время интересуется. В условиях сделки этот пункт оговорен не был. Так что с Ингой и ее отцом разбирайся сам. Послушай, Алексей, если вы с Ингой поженитесь, то через год. Вот беда, так не кстати богатые. Это все они поезда. Поезда во всем виноваты. Сюда, давай. Вот, бери вот эту штучку. Вот. Ага. Ой. Славка, куда ты нас завела? Слав, Владиславка, вы мне подруги вообще или где? Настоящие подруги помогают своим настоящим подругам. У вас наконец-то появился шанс познакомиться с нормальными парнями. А не с этими вашими ботаниками и сусликами. Что-то я следов жизни здесь не вижу. А мы точно туда пришли? Точно. Вот она. Впереди хижина моего будущего миллионера. Ой, пейзаж какой. А воздух? Давай вместе вдох. Хорошо. Кислород чувствуешь, да? Угу, чувствую. Ой, и шашлычки почти наготове. Отлично. Мальчики, привет. Держи. О, спасибо. Держи. Привет. Знакомьтесь, Надежда, Катерина. Я Антон, очень хороший инженер. Это Санька, а будущий психолог с мировым именем. Ладно, чего ты так? Да ну перестань. Ну что, девчонки, начнем с шампанского? Да, пожалуйста, пирог. Давайте, помогу раздеться. Так и что, ты хочешь сказать, это мой муж? Да нет, твоего зовут Игорь. Я же тебе сказала, осенью на студенческой конференции. А, точно. Катька, слушай, а конференцию правда перенесли на сентябрь? Откуда ты знала? Неважно. Друзья, подходите. Я предлагаю выпить за хозяина этой пещеры. Отличный тост. Чтоб тебе нашептывали музы. Ну, разные какие-то джазовые, рок-н-ролльные мелодии. Да? Да. Ура! 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 А муза готова. Инженеры, между прочим, тоже нуждаются в музах. А я привела вам самых лучших. Ну что, тогда за муз. Да. За муз, да. Сыграешь нам что-нибудь? С удовольствием. Я как раз сочинил новую мелодию. Только поможешь? Да. Или пока, правда, сочинил всего несколько строк. Если бриз, земля и море нам откажутся служить, океан с луной споря, бить волною о гранит. Ну вот, собственно, пока. В тишине растают наши две звезды. Ход веков. Но уже я знаю, буду я тебя любить. За любовь? А почему бы и нет?
Да, почему бы и нет? Да, такие хорошие ребята, веселые. Катя, ты уверена, что у моего мужа будут звать Игорь? Уверена. Более того, он Санькин однокурсник. Опа. Значит, надо еще немного подождать. Лучше скажи ей, чтобы не отбивала чужих парней. Тем более у своих подруг. Что, суслик уже в пролете? В Милан уже не летишь? У Померанцева получится все и без меня. А я сама буду решать, с кем мне общаться и куда лететь. Хорошо? Да ради бога. Колесникова оставь в покое. Это мой лотерейный билет. Понятно? Ты слепая, Владислава. Что ты сказала? Так, все, разошлись. Я не хочу здесь находиться. Ты мне, конечно, извини, Катя, но это был явный перебор. Расстроился за Милана? Так мы туда все равно рано или поздно поедем. У меня столько новых идей появилось. Мне так хочется их с тобой обсудить, посоветоваться. Кать! Сережка, прости меня. Мне надо платье до зачета Как интересно. Это ж кто перевел такую безумную сумму денег? Я. Куда? Неважно. Я думала, у нас друг от друга нет секретов. У каждого человека есть какие-то свои секреты, тайны. Вообще-то я полагала, что мы пара. Влад, ну какая мы пара? Да. Хорошо. Я согласна. Не права. Ты творческий человек. У тебя меняется настроение, понимаешь? Но я буду стараться. У нас все получится. Влад, ты замечательная. Очень красивая девушка. Ты встретишь еще свою пару. Но это точно не я. Прости. То есть все? Вот это вот все, да? Ладно. Хорошо. Пой свои дурацкие песенки. Чудик! Угу. Хорошо. Ну, пока.
Снова Сань позвонил. Может, ему сказать, чтобы он поскорее уже со своими одногруппниками меня знакомил? Потерпи. Славка, ты чего? Чего Славка? Чего Славка? Я сколько раз тебе говорила, я Владиславка! Дуры! Владиславка! Уйди! Катя, Катя, Катя! Катюша, это просто чудо какое-то! Смотри сюда! Деньги нам? Да, да! Ровно столько, сколько нужно на поездку в Милан! А откуда? Да я и сам не знаю. Анна Сергеевна сказала, быть может, это какой-то меценат. Ну, а она говорит, что так бывает. Ничего. Да. Боже, ты шампанского конфетами, умничка мой. Мятный чай? Обещаем, конечно. Давайте. Надо срочно бокалы на стол. Наливаем конфетки. Час? 8 тысяч. Привет. Привет. Влада, сумку забыла. Спасибо, заходи! Леша, ты очень вовремя! Что случилось-то? Сейчас все расскажем. Давай, давай, не стесняйся! 8 тысяч. Да, и самое главное, Кать, я захожу в Дом моды, чтобы забрать эскизы. Встречаю эту директрису, Анну Сергеевну. Она мне показывает эту бумажку, а у меня все перед глазами плывет. Я понимаю, что там 8 тысяч долларов! 8! Леш, ты представляешь, они в Милан едут. Да. Поздравляю! Спасибо, Леха, спасибо! Спасибо большое! Долго будешь дурака изображать, Колесников? Влад. Вот кому ты отправил 8 тысяч, да? Благородным хочешь быть? Ну, будь. Только локти потом будешь кусать. Ты думаешь, ты ей нужен? Думаешь, нужны твои песни? Да деньги ей твои нужны, во, уже дал. А суслик знаешь для чего? Чтобы она стала знаменитой. Да, Катюш? Все продумала? Молодец. Да идите вы все к черту. Глупости какие-то. Ладно, я тоже пойду. Хорошо вам съездить. Лёш! Ну это же неправда. Откуда у него... Откуда он деньги взял? Саня по телефону сказала, что Лёша вроде бы устроился в банк к отцу. Они сделку какую-то заключили. Сережа, дай мне эту бумажку. Кать, а ты куда? Спасать свою семью. Ты что-то понял? Какая семья? Поехали. Дорогу покажу. Кирилл Михайлович. Девушка, вы куда? Я к Андрею Алексеевичу. Андрей Алексеевич, я ваша будущая невестка. Меня зовут Катя. И через 3 месяца мы с Лешей поженимся. Что? Но я сейчас не об этом. Я хочу вернуть вам ваши деньги. Лёшка их брал для меня, но мне они не нужны. Девушка, я вижу вас первый раз в жизни. Да, я надеюсь, вы знаете, что нужно делать, чтобы их вернуть к вам в банк. И теперь ваша сделка с Лёшей недействительна, он не обязан идти к вам работать. Вон отсюда. Я уйду, но вы должны знать, Лёша никогда не женится на дочери вашего партнера. Он не откажется от меня. И теперь все будет иначе. Я добьюсь своего, а Лёша, он... Он очень талантливый. Я сделаю все ради того, чтобы он состоялся как музыкант. Это все, что вы хотели сказать? Нет. Я очень люблю вашего сына. Все в порядке? Что это было? Взрыв? А,
потом? Не было никакого взрыва. А ты тоже вернулся? Я никуда не уходил. Катюш, все в порядке. Тут просто Митрофанов отличился. Нахимичил закись азота. Вот вы немного и полетали. Какой сейчас год? Ого. Идем молока попьем. Это отравление. Я должна его срочно увидеть. Лишь бы только ничего не поменялось. Кать, ты куда, Кать? Алло. Привет, Мономур, это Померанцев. Сережка? Я. Мне моя помощница только что передала твою визитку и две чудесные очаровательные папки. Одна папка явно работа зрелого мастера, другая как свежий ветер с моря. Сереж, я тебя так рада слышать, но... Катюша, этому срочно нужно давать ход. Друг мой, ход нужно давать... свежему ветру, а зрелый мастер, в общем, у него появились другие планы на жизнь. Ах ты моя ласточка! Хорошо, даю ход свежему ветру. Алексей в последнее время часто жаловал нас своими новыми песнями, но сегодня он приготовил нам подарок ко дню Святого Валентина. Похлопаем! Все, летая над миром, не заметил, как сбиться в дней колесе. Сидеть, друзья, в этом сказочном мире, я отметил, не обжечься нельзя, да не обжечься нельзя. Все, что открыл я. А где ваш столик? Сколько видел ошибок зла. А можешь принести мне микрофон? Могу. Спасибо. Все не зря. А мне бы стропы да крылья. Свежий ветер мне по-другому нельзя. Привет. Ты как? По-другому нельзя. Боготворю твое имя за то, что смогла ты все, что выпало нам, испытать, что вместе нам через время дом не тесен.
чем еще мне мечтать? О чем еще мне мечтать?